много людей. То люди, с которыми мы хотели встретиться, мы с ними уже почти со всеми встретились. Люди интересные. Здесь в основном собираются специалисты. И мы ехали сюда именно для того, чтобы встретиться с теми людьми, которые нам интересны. Поэтому я лично считаю, что надо проводить такие мероприятия, чтобы профессионалы общались. Мы приехали сюда познакомиться с теми, кого мы пока лично не увидели, мы знаем почти всех, для того, чтобы продолжить работу уже за рамками этой конференции.